Так, ну что, на чем будем крутить, Басевич? Блин. Конечно же, серум. Нет, хоба! Колбасер по пояс голый. Да-да-да, вот. Слышишь, в натуре Mortal Kombat. Да. Поехали. Техноид? Хотим техноид, блин. Все-таки надо техноид делать. Закинул. Просто соло включи. Ну. Посмотри. Чё? Это база. Слип. Майндхэд пришел. Майндхэд, где-то я слышал. В подкасте моем. Я обессучиваю всех, не помню. Задроты. Давай поговорим о инверторе, потому что он впервые, получается, ко мне на стрим завалил. Я вот очень хотел бы позадавать вопросики, если ты не против, Юрик. Не, на самом деле, нет, расскажи про свою профессию и как ты в ДНБ пришел. Вот. Почему тебя назвали Юрой? Все имена закончились. Остался только Юра, да? Да. Нет, на самом деле, вообще, ты как музыке вообще пришел к драм-н-бейсу? Да никак. Вот, короче, блин, наверное, это как у всех. Блин, в юности диск у брата нашел пиратской станции. Угу. Там еще вторая была. Вторая, третья. И все, с этого момента понеслось. Потом, короче, я узнал про нейропанк подкасты. И там же я первый услышал Паши Пеперклипа трек «Jupiter in Danger». Все, меня понесло так. Это наикрутейший трек был, да и остается, ну вообще. Он меня, конечно, разорвал. Випку мы уже ждем третий год. Хорошо, а что ты вот именно, как ты пришел к написанию музыки тогда? Да хотелось, как-то всю жизнь музыку слушал. Короче, товарищ у меня там был, Владислав, звали. Не знаю, где он сейчас, говорит... Есть такая программа, FL Studio, шестая еще, на диске, демо-версию мне. Говорит, на, попробуй. Ну, я что-то пробовал, и как-то на месте топтался, короче, пока не связался, короче, с нейропанк-движухой, короче, не въехал это конкретно полностью с головой, нырнул, и все, и там покатилось, уже начинает получаться все, там и подкаст попал. Вот. Ну, то есть, всю жизнь, типа, я мечтал об этом, а конкретно, типа, быть частью драм-н-бейс-движухи, это в двух словах, это неописуемо. Даже если это не приносит денег, мне это никаких денег не приносит. У меня по тебе совершенно... видно. А? Да. Самый богатый. Сидит в туре-то такое. Ты чё? Вот, и... Ну, дал влево. Так, и чисто на энтузиазме, потому что нравится. Угу. Нравится. Кому это нравится, меня поймут.
Вот он, настоящий дрон-бейсер. Да, потлатый, бородатый. И что? Не получающий за это денег. Ну ладно, давайте, ребятки, да, действительно закругляться. Вот, блин, сегодня была жирная вообще посиделка. Много чего обсудили, много чего не обсудили. Много писали. Да, много чего показали. Я посмотрю, что будет со стримом сейчас. Подумаю. Да лишь половину. Всем, кто остался в этот поздний час, спасибо большое. Мы с вами, а вы с нами. Да. Всем, короче, спасибо. Спасибо реально, большое. Да. Да, всем спасибо, ребят, кто остался. Спасибо огромное. Хотите больше, соответственно, ставьте Лукас и пишите комментарии. Хотим еще, типа, хэштег. Да, может быть, я заставлю Славу в следующую пятницу снова посидеть. А-а-а, не знаю, нет. Всем. Ладно, все, давайте, пока. Все, пока, ребятки.